Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик серваков и немножко я офигел от плюх, которые дают на некоторых серваках. Реально, они очень крутые. Так, поехали, посмотрим. Английский сервер у нас вот за десятку дают 10 сумок, половинку. Такое подешевело, как видите. Божество за двадцатку уже 50 дают, реально дофигища. Лист тоже половинку стоит. Ну такой, сегодня что-то нету много акций здесь на английском сервере, но вот куча героев продается. Ну все как обычно, в общем. Поехали на самое интересное. Ну тут акции стандартные, стабильные, их очень редко меняют. Spring Hill сегодня есть, где можно за монетки собрать того же самого риса, как и на AS сервере я показывал. То есть добавили здесь возможность сбора, ну правда надо 150, а 1200 ну, этих значков на титул, 3000 печенек. Тут у нас Валентина боксы. Ну вот это вот интересно, кстати, можно даже забрать за 10 монеток. Плюс помимо этого вы еще получите плюхи вот отсюда, с этих акций. И забираете вот эти. Ну это такое. Так, забираем отсюда плюшечки. Вот так вот, такие вот плюхи. Ну, 10к кристаллов я чисто ради них забрал. Также есть коллекционер, обалденнейший коллекционер. Не знаю, плохо, что нету такого на русском сервере. Хотя бы как минимум такого. Есть, конечно, коллекционеры покруче с другими героями. Но тут хотя бы есть возможность собрать... топовые плюшки, я думаю, для доната, для без доната. Вообще без проблем. Зашли, пощелкали. Вот, пожалуйста, вуаля, еще по 300, по 300 камней. Просто тупо на халяву. Так, окей, с этим разобрались. Поехали на немочку, глянем, что там у нас на немке. Добавилось, глянем, что нам сегодня дают. Где-то завтра, послезавтра должен быть уже островок. Запустить должны его. Да, тут тоже сегодня что-то напряг с акциями такими магазинными. Ну, сейчас посмотрим, что тут добавили. Так, это понятно, это донатная тема. Шанс ловить Мэри, но здесь бесплатных попыток нет, как на португальском сервере, там на Португалии просто кайф. Там Мэри я показал, сегодня я вам покажу еще одну офигеннейшую тему про Зефира. Так, это мы получили, по-моему, 20 кристаллов. Да. Поехали на Тайвань, сейчас я вам покажу еще АЭС. Какие сегодня офигенные наборы накопления есть на AS сервере, и они реально крутые. Какое только есть на AS по накоплениям, ну еще немка в принципе неплохая. Так, а это мы... Это я делал одну, кстати, ребята, интересную тему. Сегодня, сегодня чекайте видосик, обалденнейший видосик. Потому как достать быстро за самики Зефира. Нифига себе, сумок надо. Четвертая карта. Жестко. Реально питомцев, наверное, усилят следующие обнови. Так, что у нас тут? Ну, тут у нас все акции светятся. Ну, если сравнивать, здесь седьмые за 100 дают, а там дают лисицу собрать за 150. Разница очень большая, как видите. Такс. А тут все старенькое, походу. Просто на твинке высветилось как новое.
Так, идем на русский сервер. Сейчас на русском сервере будем с вами ролить, как обычно, утренняя угадайка. Правила я показал вчерашний. Парень, который угадал, просто тупо не выполнил условия, из-за этого протыкал свои плюхи. Поэтому внимательно смотрите. Так, о, сегодня у нас огник даже есть. Все. Так, Зефир, Огник, Мэри. Мэри, кстати, на русском чуть дороговатая. Она уже намного дешевле. Она должна быть бесплатная. Бонус, бонус, открыть сундук. Магазин скидок. Вот такое. 2000 в магазине. Камней, подарочки Авиара. Принципе, относительно неплохие. Так, что у нас еще есть? Фонтан, Болгрома. Они работают. Поехали, покажу вам, что есть на офигенном, просто как по мне, АС-сервере. Вот так вот, ребятушки. Как вам такой вот первый наборчик? Ну, в принципе, посмотрите, довольно-таки неплохо. 150, 150, 4 камешка, 4 сменки, 2000 камней за самоцвет и 5000 само. Ну, мелкий, конечно, пак такой себе. Но это все фигня по сравнению вот с этим вот набором. Вот этот вот набор реально топчик. Что можно сказать? Вторая сумка Зефира, ну, 15 тысяч само потратить на вторую сумку, я думаю, стоит. И плюс по 80, ребят, уже по 80 сундуков. Не по 10, не по 20, там, не по 40, уже 80 плюс Валентины сумки. Ну, реально классно. Конечно, Зефира можно словить, тут вариации разные, но там, по-моему, до 100, если я не ошибаюсь. От 10 до 100, но это реально того стоит. Ну и нижний пак, просто кайф, лист, печеньки, камешки на прокачку, титул и эмблемы. Когда такое будет на других серваках, я даже не знаю, но это реально крутой набор накопления, который действительно стоит своих денег. Так, окей. Поехали. Бесплаточку. Панда. Такс. А с вами открою вчерашний видосик утренний. Так, старая трата на пэтов. Или... Блин, что-то неудобно перекидывает между экранами. Так, есть. Поехали. Заролим. Проверим. Королева змей, палач и тритон. Ну, стандартный довольно-таки набор. Так, смотрим. Палач. Палач. Оборотень, синяя слизень. Палач, синяя слизь, лучница. Палач, синяя слизь, шаман. Вратитель. Синяя слизь, палач, панда.
И я палач, синяя слизь, панда палач, синяя слизь, палач, синяя слизь, оборотень, синяя слизь. Это все слизни начали добавлять, фиолетовая, панда и я. Да, но у нас тут тритонище сегодня. Так, тритон, королева змей. Артемка очень рядом был. Очень, королева змей, синяя слизь, тритон, палач. Королева змей, тритон, снайпер. Да, рядом. В общем, как обычно, никто сегодня не угадал. Хотя, блин, ребята есть, которые поугадывали, но просто тупо элементарно не выполнили условия. Поэтому внимательно смотрите видосик на стартовой страничке, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.